Здравствуй, юный друг! Начинаем урок русского языка. Тема нашего урока – школьные предметы. Сегодня на уроке ты научишься высказывать свое мнение, составлять интервью. Сегодня мы начнем наш урок с игры «Да скажи словечко». Кроссы пробегаем, делаем зарядку. Со здоровьем будет все у нас в порядке. Спорт нам помогает сохранить фигуру. Спорт нас закаляет. Все на физкультуру. Молодец! На парте краски и набор гуаши. Портрет, пейзажи, то рисунки наши. Нужны здесь аккуратность и старания. А сам урок зовется... Рисование. Молодец! Урок интересный. На нем мы считаем. Все вместе примеры задачи решаем. Циркуль. Все точно, без всякой романтики. Ну, что за урок? То урок математики. Молодец! Каким одним словом их можно назвать? Молодец, дружок! Школьные предметы. А сейчас я подобрала для тебя картинку школьному предмету. Соедини их с соответствующим предметом. Хорошо, ты справился с этим заданием. Я предлагаю тебе составить предложение, какой предмет тебе нравится больше всего. В образце их 5. Одно из них запиши в тетрадь. Отлично! У тебя все получилось. Давай вспомним, что такое сказка. Сказка – это текст, в котором есть вымысел, волшебство. Сейчас предлагаю прочитать сказку вместе. Волшебная школа. Однажды 5 букв А, К, Л, О, Ш собрались вместе. Они решили создать новое слово. У них получилось слово «школа». Они написали его палочкой на земле. Потом приехали строители и на этом месте построили здание. Его назвали школой. Ночью в школу пробрались учебники, тетрадки, пеналы, карандаши и ручки. Потом прибежали школьные парты, школьные доски, а вскоре пришли знающие люди. Давай с тобой придумаем продолжение этой сказки. Кто эти люди? Эти люди – учителя, которые хотят поделиться своими знаниями. А кого учителя будут учить? Учеников. Чему ученики учатся в школе? В школе они учатся писать, считать, петь, рисовать. Молодец! Ты справился с заданием. Чтобы закончить нашу работу с текстом, ты должен выписать слова-предметы множественного числа. Верно, ты справился с заданием. А сейчас мы поиграем в игру. Игра называется «Назови цвет». Соотнеси слово-признак с нужной цифрой. Молодец, ты все верно сделал. Сегодня ты узнаешь, что такое интервью. Это разговор двух людей. Один задает вопросы, а другой отвечает. Часто его можно услышать по телевизору и радио, прочитать в газете. К примеру, интервью, которое Санат берет у Марата. Нравится ли тебе посещать урок математики? Да, мне нравится.
Любишь ли ты читать сказки? Очень, особенно русские народные. Что ты больше всего любишь рисовать? Мне нравится рисовать лошадей. А как ты усвоил этот материал, я узнаю, когда ты составишь интервью с другом на тему, какой предмет я люблю больше. Почему? Мой юный друг, наш урок подходит к концу. Пришло время оценивать свою работу. Учимся оценивать по дескрипторам. Ты научился высказывать свое мнение? Находить слова-предметы множественного числа. Составлять интервью на заданную тему. Значит, ты достиг цели обучения. До свидания. Всего тебе хорошего.